При этом, по словам Вениамина Кондратьева, на Кубани, как и по всей стране, падает рождаемость. Для улучшения демографической ситуации в крае в этом году в рамках обязательного медицинского страхования выделено 170 миллионов рублей на программу ЭКО. Говорили также и о завершении строительства перинатального центра в Сочи. В целом же на развитие всей отрасли здравоохранения Кубани направят 70 миллиардов рублей. Деньги пойдут на финансирование лечебных учреждений, оказание высокотехнологичной помощи, закупку оборудования, лекарств для льготников, а также на строительство офиса врачей общей практики.